Всем привет, ребята! Московский казачий хор на гастролях в Брюсселе. Сейчас мы идем искать писающего мальчика. Это самая главная достопримечательность города. И мы его найдем. Вот, особенно девчонки хотят почему-то найти его, не знаю почему. И мальчишки хотели писающую девочку найти. Второй раз нахожусь в этом городе. Один раз был летом, днем. Теперь уже зимой, вечером. Ничего не помню. Все заново, все красиво. Мне нравится, все красиво. Очень красивые виды. Все готовятся к Рождеству. Перед вами рождественская елка. Среди елки есть вертеп. Можете посмотреть. Все как в сказке. Классно, Европу обожаю. Первый раз в Брюсселе. Классическая архитектура. Колоритненько выглядит. Ну как, вкусно? Ой, просто божественно, тает во рту. Мне можно так вафлю? Реально очень вкусно. Вкусно. Понравилось? Очень вкусно. Кот, а ты не попробуй, да? Особенно, когда бесплатно. О! Очень вкусные. Бельгийские вафельки. С карамелью. С карамелью. С карамелью. Еще тебе надо тоже. Поставляйте руки.